В Симферополе на несколько дней ограничат движение транспортных средств на участке дороги от проспекта Победы до дома номер 5 по улице Грибоедова. В администрации города уточняют, перекроют проезд в связи с проведением обрезки деревьев с сегодняшнего дня до 13 ноября включительно. Власти просят жителей и гостей крымской столицы учитывать данное обстоятельство при планировании передвижения по городу.